преддверии Дня Победы омские студенты посетили Старо-Северное мемориальное кладбище. В рамках акции «Дорога к обелиску», которая проходит в нашем регионе каждый год, молодые активисты провели уборку на территории воинских захоронений. Статус мемориального некрополя присвоен кладбищу в 2000 году. Здесь захоронены 585 солдат и офицеров, умерших в омских госпиталях во время Великой Отечественной войны. В акции приняли участие представители волонтерского корпуса «Победы», молодой гвардии «Единой России», Омского областного студенческого отряда, региональной общественной организации «Поиск». Наш отряд поискового движения России «Поиск» занимается розыском и раскопкой солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы выезжаем на места боев. В этом году мы будем выезжать на Волховский фронт, это Ленинградская область, поднимать солдат. Пришел, чтобы убираться на могилах солдат, которые погибли в годы войны. Это, ну, что очень хорошее дело, полезное. Прежде всего, это память, это связь поколений. И вообще забывать об этом, ну, нельзя. Люди первым делом должны, правда, помнить в них то, что как-никак они давали свою жизнь за Родину. И они отдали ее с честью и борьбой за будущее поколение. Я думаю, что более младшему поколению нужно об этом больше рассказывать, о том, как воевали наши деды, прадеды, самих их помнить.